Так а что, ты все сделал, все, что хотел? Конечно. Степа выбивал, да. Слушай, а у соседа то вот такие же? А, слушай, а у Элла тоже, да, большой гараж? Да, у него пристроенный. Точно, у него же там тоже дофига всяких приколюх. Че, поехали? Да, чуть не убран. Нормально, в гараже так должно быть. Система караоке. Спутниковый ТВ. Бар. Умывальник, печка. Горячая вода. А быстро греется, слышишь, гараж? Слушай, ну где-то зимой за часа 2-3, наверное, до гостей затапливаем. У нас же еще получается. Вот эту дверь мы сюда ставим. У нас получается отсюда. Да, отсюда получается вот так вот полностью. Это столы. Вообще пушка. То есть лавка длинная, ну, доски длиннющие. Вот. Погреб освещаемый. Погреб у тебя такого же размера, как гараж? Погреб вот где-то вот отсюда. Ну, такой, ну, он огромный. Тут сваи стоят, то есть, ну, выравнивали все, чтобы именно... А, то есть, а не просто яма, у тебя прям погреб здесь огромный сделан? Яма и погреб, то есть, под ямой, короче, полностью под полом гуляешь. А, нифига. Все свободное пространство. Шикардос. Холодильник еще от системы. Оп, печечка. Здесь дальнейшая комната отдыха. Окошко, соответственно, чтобы открыл, проветрил там, допустим. А, это на улице окошко? Да, в эту беседку. До беседки еще дойдем. Пак под горячую воду. Заработал. Шикарно. Камушки сами собирали, укладывали. Это здесь, короче, будет банное, да, помещение? Здесь, да, чисто помывочное, столб сделан. Где бассейн будет стоять? Бассейна не будет. Бассейн потом может быть вырыли на улице. Ништяк, а вот тут парилочка. Здесь потом на брешетку сделаем камушками все это маленькими, глыши какие-то. Слышишь, а водички плескать можно будет? Конечно. Вот, для самое главное, чтобы можно было делать. Здесь полок будет. Один полок здесь, может, маленький сделаем такой чисто, чтобы там тазики ставить и тому подобное. Блин, так-то нормально, да? Сколько сюда народ человек влезет? Человека 4, железно влезет. Вагонка обшивать внутри. Вот это, конечно, прям вообще космос. Да. Беседочка. А, вот это окошко, это да? Окошко, да, это вот откуда идет. Мангальня. Надо свет включил. Ну, как бы ночью, зимой это вообще офигенно. Ну, что тут все включается. Слышно. Сюда не дымит, ничего, все туда уходит наверх. Ништяк. Коптильня сделана из духовки. Из этой какой-то. Обычная духовка от газовой плиты. И, соответственно, всю камеру видите. Кирпичом жиростойким обложено. Печка. Это мощная территория. Опа. Эту будку потом под сенсорку сделаем. Чтобы... А, это тоже твое? Да. Чтобы чисто там что-то такое строгать, пилить, чтобы не сильно там пылилось это все. Вот. Космос. Смородина. Красная, черная, красная, черная. Колодец. Линейка. Малина. Малина.
какая-то куча мусора была, сами гнили ее, дерна накладывали. Это тоже сами все засыпали. Здесь вообще как бы мусор был. Таскали ведрами. Убито. Скоро поспеем. Ну, это тоже длиннющая будка. Самый конец туда уходит. Друзья, она тоже твоя? Да. Серьезно. За гаражом там весь кон. А так тут... Блин, самое прикольное, знаешь, что, короче? Что вот он вот так вот еще в лесу, короче, находится. Вот это все мы дернили сами. Дерн привозили. Вывозили куски дерна, все укладывали, чтобы этот мусор весь вот так закрыть. Чтобы он не... Ну... А, это ты просто земли, короче, накидали на мусор? И на нем теперь... Куски дерна привозили. То есть почву выдирали с сопок. Охренеть. Сюда и все вот так вот выкладывали. Здесь просто вот, ну вот как вот там вот свалка есть, как и здесь свалка. Это вот все вот от стены было все вот так вот свалено. Прикольно, слышишь? И на этой говне, короче, уже сразу же трава, все, цветы, короче, все выросло. Вот это все делали своими силами. Где-то нам трактор помог, то есть договаривались, чтобы трактором мусор весь сместили, там, допустим, в кучу. Вот эту будку, когда заталкивали, отсюда весь мусор сместили, потом затащили сюда будку, загнали. Вот. Песок, который вот там вот, песчаная зона, там ну, сантиметров 20, наверное, слой песка. Это привозили этими комарами. Ну, нифига. Два или три КАМАЗа привозили. И сколько это все обошлось по бабкам? Не, в интернете, знаешь, не так спрашивают. Сколько это стоит? Вот так на. Будку намутили, по-моему, так по знакомству. Вот это все сами отстраиваем из палетов. Еще Евророс, когда здесь был, мы с ними договаривались, они нам палеты отдавали, вот эти, которые... А, деревянные это? Да. Разбирали и все полностью из палетов делали. Это все настроено, то есть каркас, где-то уголки искали, где-то что-то брали, то есть тоже каркасы подварили, ставили, все обшивали. Песок тоже там по договоренности, там спрашивают, кто может песок притащить. Притаскивали, ссыпали, а дальше все ведрами сюда ткали. Блин, ну это в натуре круто. Вот прям здорово. Землю сами привозили. Эти поребрики тоже в ДТХ все спрашивали. Угу. Земля привезенная, удобренная тоже. Так что своими силами. Слушай, ну блин, я, конечно, видел прикольные гаражи, но вот это пока лучший. Вот серьезно. Так вот и живем. И детишки играют и летом, и зимой. Да вообще космос прям. Поэтому мы сидим, отдыхаем, дети здесь отдыхают. Зимой здесь им горки делаем всякие, они тут горки в этой катаются. Ну, то есть чистый пятачок вот тут. Слышишь, а зимой вообще как это вычистить, сколько тут снега? Семьей приходим, чистим все толпы. Ну здесь же вообще дико засыпает, да? Да нет, почему? Ну как-то не сильно, я бы сказал. Ну от силы такой где-то сугроб, наверное, нарастает. Здесь побольше, потому что все туда сваливаем весь снег. Вот что-то туда сваливаем. Просто и... там, вот где, короче, ЗВИ, да, там по самую крышу засыпает. А там потому что открытая территория. А здесь тут такого нету? Гаражами закрыто все, да, здесь не сильно так. Беседку вообще не задувает. То есть прикольно. Там практически нету внутри. Здесь вот над крышей бывает только такой козырек такой вырастает офигенно, метровый. Кстати, да, слышишь, этот решетка-то стоит, и считай, беседка открытая. Открытая? То есть, как бы при хреновом раскладе, короче, возвращаешься, у тебя в беседке все в снегу. Почему? А, если ну, сильный снегопад и ветер? Ну да. Нифига. От силы, может, вот так вот снега накидает. В эту сторону ветров практически, не, ну, как бы, редко бывает, особенно с метелью. Так в основном только вот так вот задувает вовнутрь, по мелочи. И так сюда тоже щавель сажали, но что-то не пошел. Слышишь, ну тут и дача, и, блин, частный домик, и гараж в одном в этом флаконе прям. Прям, знаешь, все, что для счастья надо. Ну, камушки в этот в бане. Морские.
чисто с побережья Баренцевого моря. Такие не возьмем, ну, все, такие кругленькие. Наши камушки красивые. Это, блин, же губы соленые привезены, потому что здесь они так не вымываются, там больше шторма. Вот. Поэтому как-то так. Так и живем. Блин, ну это, конечно, вообще прям круто. Вот все из палетов. Это палетные доски все идут. Тут мы каркас только варили, ставили. И все дальше уже зашивали. А, нифига, то есть он металлический? Металлический каркас. Обшито все палетными досками. А баня сделана, там вагончик. Этот, кунг. А, ну, нифига. Вот такой же кунг, который стоит. Прикольно. О, только мы его распилили по кругу, приподняли и его обшивали полностью. Офигеть. Его брали за основу. То есть изначально у нас был только гараж, потом мы вот этот кунг сюда воткнули, из него сделали сначала, ну типа как кладовку, потом переделали под баню, и от нее уже начали разрастаться. Все это вот годами. Блин, ну вот это внутри круто прям. Сделали. Долго по времени все это заняло? Слушай, как тебе сказать, долго или нет? Ну, года 4, наверное, у нас ушло на все, чтобы вот только здесь вот построить. Может быть, даже поболее. То есть один год у нас баню мы построили, второй год. Че, пошли туда покурим. Ну, третий год, соответственно, уже вот этим не ставим. Вот это, конечно, сюрприз за дверью.